Ребят, это внеплановое включение, оно будет в самом начале. У нас появился свой Инстаграм. Он будет где-то здесь, 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 здесь. Короче, там вы увидите нашу дачную жизнь. Кому интересно, заходите, подписывайтесь. Давайте дружить еще и в Инстаграме. А теперь приятного просмотра. Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Ребята, всем привет! Всем привет! Сегодня такое интересное включение. Мы в машине. И угадайте, куда мы едем? Не угадали. Мы едем. Нет. Мы едем сегодня за двумя самыми важными делами. В первую очередь я еду за геотекстилем, а Нелли едет. Я еду за кроватью для Сёмы. Да. Сегодня мы решили сделать два больших дела. Сделать въезд, въездную группу к себе на участок, так как скоро осень. И мне абсолютно не хочется больше оставлять машину за территорией участка, потому что с нашими новыми правилами абсолютно легко может проехать машина ДПС, сфотографировать тебя возле твоего же участка, зафиксировать факт, что ты находишься на газоне, и прислать тебе штраф 5000 рублей. Я понимаю, что это бывает крайне редко, но бывает. Поэтому в первую очередь я это делаю для того, чтобы заезжать без проблем на свой участок в распутицу. Будь то весна будущего года, будь то осень в этом году. Поэтому сейчас у меня начались работы. Маленький трактор мне снимает плодородный слой. Далее мы стелим геотекстиль. И
у меня есть самый бюджетный материал, но я считаю его одним из самых лучших. Это щебень с РЖД вторичка. Он изначально имеет не самый привлекательный, вид, но после того, когда его помоет дождик, он будет выглядеть очень красиво. Скептики сейчас скажут, это РЖД, там все пропитано, как там шпалы чем-то пропитывались, не помню, яд смертельный. Я знаю случаи, у кого дома построены из этих шпал, и люди живут всю жизнь прекрасно. Но понятно, у нас не то чтобы нет больных людей, у нас есть недообследованные. Поэтому в любом случае мы делаем так, как мы делаем, мы это не продвигаем в массы, мы это делаем из того, что есть на сегодняшний день. Материалы все подорожали максимально критично, поэтому что ж, будем делать так. Будут деньги на более дорогие материалы, будем делать по-другому. А сейчас едем за геотекстилем и кроваткой. Поехали. Ребята, короче, площадка не идет легко, как нам хотелось бы. Мы отъезжали за геотекстилем, и когда приехали, трактор немного перестарался. Глубина была выбрана больше обозначенной. Да, в глубину ушел сантиметров на 25. Из-за чего может сложиться ситуация, что мы не попадаем в первую очередь в объемы щебня, который сегодня очень-очень дорог. Короче, промахнулся он с глубиной. Возвращаем обратно грунт, который привозили. Иначе не хватит щебня. Щебня у нас привезено порядка 12,5 кубов. Размеры площадки получились здесь 6×4. И еще преддомовая территория где-то порядка, ну, тоже метров 6×3, наверное. Здесь 18×24, где-то порядка 40 квадратов. Поэтому нужно сейчас свернуть немного земли обратно. Постелим геотекстиль и будем засыпать щебнем. Ну, конечно, из-за вот этого будет просадка щебня. Придется покупать его в будущем еще. Ребят, короче, получается не так, как мы, конечно, все хотели. Ну что делать? Скоро осень. Надо заваливать. Хотел ругаться. We'll be right back.
это будет. Что мы не будем больше в грязи барахтаться. Да. Ребята, у нас почти все получилось. Здесь, конечно, есть куда еще приложить руки, что еще поделать граблями, руками, но это уже впереди. Самое главное, у нас готово основание. И теперь первым делом, что мы сделаем правильно? Мы возьмем ключи от машины и попробуем сюда заехать. Я знаю, что в большинстве случаев, кто заезжает на свежую нетрамбованную щебенку, они все застревают. Я, наверное, не буду исключением. Поэтому ждите меня здесь. Оказалось, что даже достаточно неплохо. Но трактор, видимо, накатал. Поэтому основание уже более-менее твердое. Есть, конечно, здесь места еще, которые нужно грабельками собрать. Но, в общем и целом, нужно трамбовать. Закроем, да? Здесь больше не залезет. Конечно, я не хотел так высоко поднимать дорогу, но в любом случае она даст усадку. И время покажет, куда и что нужно будет подсыпать. Оса! Ты иди нафиг от меня. Такой кадр мне сбило. Вырежешь. Как хорошо, когда муж работает, сажает. Дай бог каждый такого мужа.
Ребят, смотрите, что нашла. А у нас выросли грибы. Такое ощущение, что это шампиньоны. Прям вообще шампиньоны. Но все-таки это, наверное, поганки. Ребята, этой осенью практически все занимались своими септиками. Кто-то их переделывал, кто-то проверял. Я тоже решил посмотреть, как там у меня дела. У меня классическая система. Первый колодец, он идет с дном, второй идет без дна. Там идет 2 и 3 кольца. Давайте посмотрим, что там такое. Сначала посмотрю я. Смотрите, иди сюда. Мы находимся на суглинках. Да не бойся, не бойся, тут нет даже запаха. Мы находимся на суглинках. И здесь абсолютно, здесь два кольца, да, а там три кольца. Здесь абсолютно нет воды, да, то есть это вот второе кольцо. И там буквально на дне вот столько. Этому септику уже без малого 3 года. Ну, условно, септик — это не септик, это выгребная яма, да, то есть тяжелая фракция остается у нас в первом колодце, а это второй. Теперь посмотрим, что у нас в первом колодце. В первом колодце у нас, ну, в принципе, то, что и должно быть. Много туалетной бумаги, лучше туда не заглядывать. Но, что я хотел этим сказать. На самом деле. Секрет того, что там практически нет воды, потому что я сюда, что правильно, только хожу по большому, по маленькому и не более того. Вся остальная вода у меня уходит по участку и поливает мне разные кустики. Сюда попадает только непосредственно туалет. Больше ничего. Лишней воды нет. Грунтовые воды приходят. Проблем нет. Всегда по туалетам пользуемся. Во время пандемии жили здесь 2 месяца. Мылись, купались. Само собой, вода вся эта, которая мылись, уплывала. Здесь только ходили в туалет. В итоге просто не буду показывать. Это не самое красивое зрелище. Как бы. Ну, и оно как бы не то, чтобы для слабонервных. Ну, зачем вам смотреть на такое безобразие? Одним словом, вы видели, что второй колодец пустой, там немножечко совершенно воды. Да, там перелив, он работает так, как он должен работать. Вот. Единственное, что здесь нету большого количества воды, и поэтому септик это работает постоянно. Эта вода, которая сюда поступает, она полностью успевает уйти в грунт и очиститься. Так что я со своим септиком, в отличие от всех, в этом году не буду делать ничего. Да и в следующем тоже. Только аккуратно не упади. Аккуратно. Ребята, сегодня мы сделали большое дело. Мы организовали парковку и въезд на свой участок в любое время года. Потому что этой весной мы уже столкнулись с проблемой, что практически до конца июня месяца мы даже не заезжали к себе на участок по двум причинам. В первую очередь, он был просто сырой до невозможности, хотя мы находимся на самой почти верхней точке, и у нас вода спускается вся вниз. И второе, я прокапывал бронекабель вдоль забора, там образовалась маленькая траншея, в этой траншее тоже также застыла вода, и я лишний раз просто там не ездил колесами, пока там не высохнет она. Ну, сегодня мы эту проблему закрыли, у нас есть теперь зацеп. Нету, конечно, идеального какого-то ровного основания. Это пока, скажем так, начальная стадия. Следующий этап — мы разровняем эту парковочку. Я возьму в аренду виброплиту
и пройдусь уже по всей площадке. Что? Так, что еще? Что мы еще сегодня сделаем? Да, мы не купили сегодня Сёме кровать. Зато мы купили сегодня Сёме линолеум. Он, правда, еще не приехал, должен я вот. Она купила. А кровать мы чуть это не проспорили. Короче, там два магазина рядом друг с другом. Она говорит, эта кровать была в том магазине. Я говорю, нет в этом. Она говорит, нет в том. Говорит, давай. Говорит, кто проигрывает, тот ее и покупает. Я говорю, можно эту? Задам наводящий, не наводящий вопрос продавцу. Он говорит, давай. Спрашиваю продавца, а мы, получается, стояли как раз в детском отделе. Спрашиваю продавца, я говорю, это весь детский отдел? Он говорит, да. Я говорю, все, пойдем отсюда. Короче, да, невыгодное было поспорье. Короче, мы пришли в магазин, но не понравилось она мне почему-то. Я зашел, вроде она такая мне поначалу казалась клевой, а сейчас как-то она, ну, охладела, что ли. То есть я посмотрел на нее уже как-то более трезвым взглядом, и вообще комната в тот формат, который получается, может быть, хочется либо чего-то другого, либо чего-то другого. Короче, мы взяли тайм-аут по кроватке. Мы будем смотреть в интернете. Да, посмотрим в интернете. Приедем домой, выберем, может быть, съездим там в какой-нибудь Хофф, еще куда-нибудь. Нет. Просто в интернете. Ну, значит, просто в интернете. Вот. Но линолеум, я думаю, что в ближайшее время мы постелим. Знаете почему? Правильно. Я купил золотое ОСБ, золотую фанеру и золотую доску 50 на 150. И, в принципе, я планирую все это богатство очень много привезти на следующей неделе. Объясню, почему. Мне это попалось как бы, ну, от приятеля по бросовой цене. У него это остатки на стройке. И он сказал, то тебе как бы надо, я тебе помогу, забирай. Вот. Поэтому я возьму где-то, наверное, листов 20. ОСБ двенашки, листов 10 фанеры влагостойкой и 10 кубов доски 50 на 150. Я запоминаю. Запоминай. Вы спросите, зачем? Да пусть будет. Уже вопрос не стоит, зачем. Уже вопрос, пусть будет. Я аккуратненько все это сложу в штабелечек, доску. Надо будет что-то строить. У меня всегда есть деловой хороший лес. ОСБ, фанера, сейчас все уйдет полностью в дом, то есть это пойдет все на фасад, и полы в доме доделываем. Доделаем полы в доме, делаем ребенку, кладем уже линолеум, дальше ставим плинтуса, ставим розетки, радиатор, кровать. Ну, короче, еще много дел, я не знаю, мы будем все делать постепенно, потихоньку, ну, как получается, так и делаем. А покупка леса и ОСБ, ну, чуть больше 100 тысяч рублей. Что делать? Надо работать впрок. Соседи идут. Да. А там вот идут. А? Нет, да, он да, меня да. Обнимает. Снимаю. Иди сюда. Иди. Давай, заканчивай уже свою болтологию. Ребят, всем огромный шалом. Всех обняли. Ждем вас на нашем канале снова и снова. Ставьте лайки. Кстати, да. Данил, я знаю, что ты будешь смотреть это видео. Спасибо тебе большое за работу, несмотря на то, что я был сегодня не в настроении. Если бы не ты, у меня бы не было этой площадки. Так что я надеюсь, ты досмотрел до этого момента. Все. А теперь всем пока. Ю-ху! Так, пойди, Санька, снимай. А вот наша. Иди в дом. Антон, да все, пускай делай, идет. Все, пускай. Слышишь? Оль, через другой вход заходи. Через другой вход заходи. А мы тут не будем есть, мы в дом пойдем, Сань. Нет, я понимаю, я про то, что не ровно так у тебя получилось. Братан, ямами как-то. И сюда как-то склон. Сань. Да.